Отличный вопрос про санкции. На своем примере, могу вам сказать, коснулись они не только политиков, коснулись они не только экономистов, коснулись они и моделей актрис, таких как я. Потому что уже большое количество лет я получаю визу O-1 за границей в Америке, соответственно, в этот раз мне ее просто не продлили. Прямо в консульстве Соединенных Штатов Америки в городе Санкт-Петербург, когда мне нужно было именно продление этой визы, которая уже была ранее выдана, мне поставили отказ без объяснения причины. Соответственно, человеку, который 50% выплачивал налогов на территории Соединенных Штатов Америки, поставили отказ. Поэтому негативно я к этому отношусь. К сожалению, это очень сильно подрывает и репутацию мою, и возможность заработка, как и развитие своей карьеры и имиджа за границей.